исследования несколько поколений смогли определить и развить свой жизненный путь и профессию. Подтверждением заслуг мэтра хореографии являются ее многочисленные награды и заслуги. Заслуженный деятель культуры России и Бурятии, кавалер ордена «Знак почета», лауреат Республиканской премии Бурятии в области литературы и искусства, лауреат премии Ленинского комсомола Бурятии, лауреат государственной премии Президиума СССР 1975 года, кавалер Золотого знака города, медаль ордену за заслуги перед Отечеством второй степени, более 100 почетных грамот. Но самое главное – это признание общественности, профессионального сообщества, творческий оптимизм, активный образ жизни, любовь к искусству и к танцу позволяли Тамаре Александровне Полозовой быть всегда в центре культурных событий города и республики. А главное – быть нужной ее преданным ученикам.